Троица. Без Христа весь мир несчастный, злой. Он бы разорвался во мгновенье, но Отец и Сын и Дух Святой продолжают совершать спасенье. Во Христе Бог дарит благодать, не вменяя людям преступлений. Что еще Он может миру дать, не склонившему пред Ним колени? Божий Сын в Своей святой любви грешных нас от грязи очищает ради искупительной крови, кающихся все еще прощает. А неутомимый Дух Святой носится над каждою душою, чтоб людей обогатить Христом и наполнить радостью большою. Дух Святой возьмется от земли. Времени до этого немного. Все закончится в короткий миг, и земля останется без Бога. Он сегодня хочет дать покой, хочет дать живой воды и хлеба. Бог – Отец и Сын, и Дух Святой все еще открытым держат небо. Слава Господу!